Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Кадо. Отвечая на вопрос, как наточить косу, я могу предложить единственный вариант заточки – это отбивка косы. Отбивка косы специальными приспособлениями или молотком с бабкой. С бабкой, так называемая бабка – это наковаленка. После отбивки косы вы берете оселочек. Есть два вида оселка. Оселок более грубый из корунды, это искусственный камень, он достаточно крупный. И правите режущую кромку. Также вы можете немного подточить косу. Заточить ее фактически не удастся, если коса не отбита предварительно. Все косы, которые мы предлагаем, имеют уже машинную отбивку, но лучше делать отбивку еще вручную. С одной и с другой стороны можно так выправить режущую кромку. В процессе работы коса немножечко подсаживается, вы это чувствуете, поскольку она начинает уже не брить, а немножко там траву мять. Берете оселок и опять же поправляете режущую кромку, потому что в ней происходит замена, когда коса попадает на какие-то более крупные стебли. Несколько движений, и коса готова к работе. Это крупный камень, корунка, повторюсь. Есть натуральные камни, они мельче. В данном случае у меня в руках камень Ля Рояль от Офнера. Опять же, рабочие стороны – это торцы. Движения те же самые. Звук слышите другой. Звук более тихий, потому что у этого камня более мелкое зерно. Таким образом, вы можете подтачивать косу в процессе косьбы, периодически возвращая ей остроту той режущей кромки, которую вы изначально дали при отбивке косы.